Уникальность Десногорска не только в том, что это центр атомной энергетики Смоленской области. Именно здесь 5 лет назад появился социально-спортивный баскетбольный проект «Планета баскетбола. Оранжевый атом». Сегодня это настоящее спортивное движение. Баскетбол неразрывно связан со спортивной жизнью города Десногорска, и программа «Планета баскетбола. Оранжевый атом» проводит в рамках этой программы, проходит не один турнир. Сегодня география проекта уже за пределами России. Среди стран-участниц также Абхазия и Белоруссия. Очень приятно о том, что география наших соревнований продолжает расширяться по баскетболу, и такой вид спорта, как баскетбол, все больше и больше набирает обороты. Встречи продолжают проходить и в Атомграде. 21 ноября был дан торжественный старт очередному турниру «Планета баскетбола. Оранжевый атом». На арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» встретятся 6 команд из Десногорска, Москвы, Орла и Калуги. Взрослый уровень игры готовы показать юноши 2006-2007 годов рождения. А завершится мероприятие 22 ноября. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.